Новый год – это по-настоящему детский праздник. Ведь, согласитесь, именно в детстве мы верим в Деда Мороза. По-настоящему радуемся первому снегу, лепим снежки, катаемся на санках, лепим снеговиков. Ну и, конечно же, с нетерпением ждем подарков. Но, знаете, часто детки и сами хотят дарить подарки взрослым. И для того, чтобы им помочь в этом, мы решили организовать мастер-класс. И поможет нам в этом сегодня настоящая волшебница Екатерина Сайковская. Екатерина, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что мы сегодня будем делать? Сегодня с этими очаровательными барышнями мы будем мастерить рождественский венок. Венок, который будет сигналом к тому, что этот дом готов встречать Деда Мороза, Святого Николая. И такие венки дома родители вместе с детками могут сделать сами, да? Да, вполне. А что для этого необходимо? Как подготовиться? Терпение, потому что это кропотливый труд, и здорово, когда родители делают заготовки для ребят, такие, как у нас здесь, потому что если бы дети сами это делали, это было бы точно очень долго. Какие заготовки необходимы? Изначально нам нужен пенопластовый кружок, достаточно большое количество ниток. Я использовала джутовые для того, чтобы их покрыть, но это могут быть любые нитки. И шарики разных размеров. Кто супер рукодельник, могут сделать это все сами с помощью папье-маше, то есть это газета, проволока. Кто в меньшей степени может купить пенопластовые заготовки, которые продаются повсюду. Хорошо, ну что, приступим? Да, давайте. Такие разнообразные рождественские венки вы можете сделать дома вместе со своими детьми совершенно свободно. И поверьте, это очень интересное и увлекательное занятие для всей семьи. Впрочем, развлечение рукоделия – не обязательно домашнее занятие. В Кадор Kids есть масштабное детское пространство с игровыми зонами и разнообразными мастер-классами, где ваши дети в компании друзей смогут мастерить и развиваться, пока вы делаете покупки. А еще вы можете прогуляться по детским магазинам в городе, где сейчас в продаже есть масса интересных заготовок для рождественских подарков. Вы можете вместе с детьми сделать открытки и другие поделки, которые наверняка порадуют всю семью. Надежда Бондаренко, Игорь Казанжи, 7 канал.